Это будет лучшее 1 сентября. Готовы? Я не хочу проблем никаких в школе. Будут горы сладкой ваты и горы мороженого. Буду делать новую очень прическу. Тебе хорошего выступления, всего самого лучшего. Давай пить. Отношение ко мне у одноклассников намного изменится. Златочка, 1 сентября вставать пора, Тусь. Туськи. Ну да, надо. Малыш. Все, лето закончилось. Коть. А? Что? Давай, Коть. Ой. А я на камере? Да, на камере. Вся жизнь на камере. Звезды так живут. Сейчас Маруся проснется. Да, сейчас пойдем ее будить. Я ее так разбудила, не будет. Ты будешь будить? Ну, пойдем. Я все проснулась. Мама, смотри. Что? Что на стене? А ну, это список. Список чего? А что тут написано? Встать, растянуться, умыться, зубы, завтрак, одеться, причесываться. Все, все по списку. Сейчас выполняешь. Как, хотите в школу? Не знаю. Ну, да. Смотря, ну 1 сентября хочется. Так, ребят, ну что, у нас такое классическое утро 1 сентября, сборы, хлопоты. Сначала у нас будет школьная линейка, а потом и сам праздник. Это будет что-то незабываемое. Мне кажется, это будет наш лучший, ну да, это 100% будет лучше 1 сентября за всю историю. Хочу в школу из-за того, что я встречу своих одноклассников, которые я не видела. Некоторых я видела летом, а некоторых я не видела. Я хочу их встретить, я так по ним соскучилась. Я очень хочу увидеть, вдруг кто-то будет новенький. Я вот знаю, у нас одна девочка будет новенькая. Я хочу посмотреть, какой у нее будет характер, как она будет относиться к учебе, как мои одноклассники начнут относиться к учебе. У меня планы на учебу, чтобы я нормально училась, но не прям там хорошо, прям очень хорошо. Пятерки, троечки, но не двоечки. Ну, не двоечки. Если честно, в школу, ну, на 1 сентября я очень хочу, потому что соскучилась. Но дальше я не знаю. Но то хочу, то не хочу, смотря какие будут уроки. Мне кажется, да, отношение ко мне у одноклассников намного изменится. Ну, они тоже же, например, подросли, стали поумнее, как и я. Я не говорю, что кто-то был глупый, все были умные. Я хочу, ну, пятерки и четверки. Все, троек нам не надо. Я не хочу проблем никаких в школе. А вдруг заучу поведут? Автограф взять. Падения, дороги. Пусть будет все, но пусть все будет преодолимо. Такой двор у нас. Все, мы возвращаемся домой. Сейчас нас будет ждать стилист. И... Так. И сейчас одноклассники Мирославы очень хотели попасть на ее концерт сегодня. Но, к сожалению, что?
Билеты проданы уже. Все, надо было раньше, да? Да. Надо было раньше. Так, заходим. Кто там? Да. Здравствуйте, здравствуйте. А? С праздничком вас. Ну, ваша здорово. Да. А все, можно ли вас? Так, девочки, я хочу вас поздравить с первым днем обучения, чтобы оно прошло весело и задорно. Да, мы узнаем эти пакетики из Зака. А я посмотрела в уловку, я думаю, так, чтобы не повторяться там, посмотрела. А, всякие штучки. Конечно, конечно. Утя. Да, это мы даже, ты утю очень любишь. Очень. Капибар. Есть капибары, 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 капибары. А это на лицо клеить, на клеечки, они в темноте светятся. О, да ладно. Или ультрафиолет. А ты Таш тоже там покупала? Нет, это уже... А, все, понятно. А эти штучки... Мы такое там не видели, извините меня, красота такая. Это для гаджетов, телефона, айпада, вот эта всякая штучка. Обожаю это. О, ты представляешь, Вика, вот это. А это аква-стрелочки рисовать, водички разбавляешь и рисуешь. Можно я тебя буду брать, Мирослава? Угу. Очень крутый. Вот этот цвет мне уже тоже мой. Вот это мой. Грибочки. Помнишь, что на грибочке? Папа, я хочу проколоть уши. В общем, ребят, сейчас Злате буду делать новую очень прическу. Вот, смотрите, как у нее цвет, но мы немножечко в него добавим, конечно, розовый. Нет. Ну, мы, Злат, смешаем. Вот смешаем розовый с этим, замиксуем. Понимаешь, да? Вот этот хочешь? Давай сейчас тебе предложим. Вот такой цвет лучше? Или вот такой? Такой? Или такой? Розовенький. Вик, что думаешь, какой цвет у нас? У тебя уже на волосах холодный. Хочется похолоднее. Похолоднее мне тоже хочется. Все. Вот этот поинтереснее. Тогда вот этот с этим смешивай. Ну все, ребят, сейчас меня немножко подкрасят. Мирославе и Злате сделают макияж, а также Злате полностью переделают прическу. Ей сделают вот этот цвет, переходящий в розовый. Да, как будто твои длинные и кончик розовый. Будет очень гармонично. Очень понравилось, как я провела 1 сентября в школе с друзьями. У нас была линейка, там были какие-то скучные речи, которые я обычно не слушаю, но редко слушаю, там если про меня что-то. Сегодня вот мне вручили значок ГТО, я по физкультуре очень хорошо просто занимаюсь, я очень долго готовилась к ГТО. И мне очень понравилось, что после мы ели пирожки, я съела пирожок с творогом. После того, как мне сделают макияж, мы все поедем, знаете куда? На вечеринку 1 сентября, где я буду выступать. Мне очень нравится, что будет Барби Дэй. Я очень жду эту вечеринку, потому что там я знаю, что будут горы сладкой ваты и горы мороженого. Это самое главное. Мне очень понравилось то, что я встретила всех своих одноклассников, и моей подруги не было, это очень жалко. И, по-моему, даже никто не говорил то, что она ушла. Я думаю, то, что она просто, не знаю, проспала или не пошла на 1 сентября. Мне, честно говоря, понравилось на 1 сентября, потому что я там не стояла, обалдела. Я больше всего на вечеринке жду сладкого. А, ты ждешь сладости? Да, потому что хочу попробовать некоторые. Да? А у тебя интерес к сладкому проснулся? Да, ни к чему, ни к Миросе. Итак, ребят, все, мы выехали. Едем мы на самую главную вечеринку, посвященную 1 сентября. Нас там ждет, как вы уже знаете, горы сладкой ваты, горы сладостей, мороженого, разные мастер-классы, разные фотозоны, какая-то огромная раскраска, в общем, тематика Барби. Чего там только не будет, конкурсы, подарки, в общем. В итоге количество мест ограничено, всего 200 мест было. Огромное количество людей в списке ожидания так и не смогли попасть. Поэтому, если я что-то анонсирую, ребят, сразу реагируем, чтобы потом такого не было, как мне вчера звонила моя подруга, говорит, Вика, нас поставили список ожиданий, ты можешь что-нибудь сделать? Вот, так что да. Сегодня еще вас ждет куча сюрпризов, скажу так. Это будет точно незабываемый день, девчонки. Самое главное, это вам не сказала, такая все проговорила, а самое главное, это выступление Мирославы. Мирослава будет исполнять песню «Та самая девчонка». Пока что единственную и первую. Первую и единственную, да. Пока что.
И знаете что самое интересное? Что Мирослава последние несколько дней готовилась к выступлению и репетировала с шоу-группой. Мы сейчас ставим вам пару кадров с репетиции, чтобы вы поняли, как Мирослава основательно подготовилась к сегодняшнему выступлению. Только два занятия было. Да? Ну, это же несколько раз. Два занятия, по там, по часу, по два. Извини меня, по два часа занятия, это как бы два раза по два часа, это четыре часа, это считай четыре занятия. Пожалуйста, пожелайте нам удачи, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Я знаю, что когда будете желать удачи, это все пройдет уже у нас, это мероприятие, но пусть-то удача вам вернется. Мирослава, я хочу раньше времени уже рассказать о сюрпризе, который будет на вечеринке. И я надеюсь, что он будет, надеюсь, что все сложится. В общем, ты знаешь такую песню? Я, правда, плохо пою, но ты, если поймешь, что это за песня, продолжи и спой правильно. Голосами. Когда меня не станет, там будет. Я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Да. Нас просто меняют местами. Таков закон сансары. Круговорот людей. Ой, мама. Да, в общем, это песня поет Баста. Да, я знаю. И, возможно, он будет выводить тебя на сцену. Он? Да, возможно, если все сложится. Баста? Да, если все сложится. Он очень-очень популярный певец. Я и знаю. И очень классный. Я знаю его. Я видела видео, какие он концерты устраивал. Там больше 4000 людей, как минимум. Вот так вот, ребят. Мне кажется, 10 тысяч, или 15, или 20, или 40. Ну, в общем, да, у него очень многие известные песни. Мне кажется, его знают все. Да, конечно, его знают все. Представляешь, Мирослава? Ну, я не знаю, я тебе это сказала, но это не факт. Ты должна настраиваться, что не факт. Да. Если не получится, то все равно все будет отлично. А он просто будет там? Да. Возможно. И не факт, что выведет на сцену. Нет, если он будет, он выведет. Он для этого хочет приехать. Только для этого. А, так что он держи хочет кулачки. Меня вывести. Да. Мирослава, откуда ты эту песню так хорошо знаешь? Ты учила на вокале ее, нет? Нет. А, просто, да? Сама просто. Сама просто, да? Очень удобно для меня вот такой вот тон звука, ну, низкий. Ну, не низкий, очень, да? Низкий, но нормальный такой, который мне удобно петь. Угу, угу. Тебе даже свою песню сложнее петь, да? Да. Мне его песни легче петь. Я та самая девчонка, что читает книжки, а любви не знает, не гуляет с ней мальчишки. Самая девчонка, и не изменюсь. Я маме обещала, что я больше не влюблюсь. Я думаю, мам, запой теперь ты. Мы вдвоем спели теперь. Ой, лучше не петь нам с тобой, да. Я та самая девчонка. Как правильно? Реально. Жарко сегодня, кстати говоря. Тепло. Давай сюда сначала уйдем, Мирось. Поправила гетр, поправил. Футболку с одной стороны заправила? Нет, слишком мало заправлено. С одной стороны, да, посильнее. Снимаем шапочку, расчесываем волосы. А нет, на штучках она, нет? Она на штучках. Они даже нифига не держат. Но Юля как раз сделает нормально. Там уже дети тебя ждут, на самом деле. Злата у нас полностью готова, все хорошо. Ой, кого мы видим? Звездочки. Лера, наша звезда, звезда Валерия. Мне очень не терпится уже выйти в зал и со всеми пофоткаться. Зрители будут, наверное, махать мне рукой, обниматься, фоткаться. И если вы видите нас или кого-то другого, не стесняйтесь. Мне очень нравится, когда со мной фоткаются, потому что это очень мило. Я люблю сфоткаться, а потом всегда обнять зрителя. Я чувствую радость, веселье. Я жду, когда Мирося выйдет на сцену, я хочу посмотреть на реакцию ее подписчиков. Это вы еще туда не выходили, там, знаете, как классно. Да, вы там классно. Там будет эффектно. А, ну давайте, пойдемте, да, пойдемте. Можно уже выйти в зал к моим зрителям, пойдем. Да, да. Давай. Спасибо большое. Это подарки? Вау. Боже, как мило, какая ты умничка. Вау, это очень красиво. Вообще прям вау. Это очень красиво. Ой, как мило. Спасибо, спасибо. Ой, вообще, какая прелесть. Ну, давай, 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 давай. Угу. Да, все, побежали. Что там такое за красота? Здрасте. Ого.
Какое все розовое. Привет. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Сейчас сфоткаемся. Привет. Вадик, привет. Привет. Сейчас Мироська пофоткается со всеми. Просто на машине есть. Самолеты не летают. Ну, офигеть, я в шоке, я в шоке, я в шоке. Да нормально все. Да, очень классно все. Блин, у них целая работа со всеми сфоткаться, прикинь, да? Спасибо. Это мне? Да. Спасибо большое тебе, какая классная. Спасибо. Laying down under the sun, burning love, cause we are young. No one tells us what's done wrong, cause it's just me and you. Давай, аккуратненько. Спасибо. Вот, вот, все, здесь мы фоткаемся. Смотри, кто к тебе пришел! Ника! Это ты! Какая ты красотка! Ты тоже! Я на тебя подписана! Идем на тебя! Ой, смотри! Я обожаю эту песню! А ты что, Матвей? Активный частник для наших юных! Розовый! Хоть я тренды не люблю учить, но это... Так, ну а я хочу представить одну замечательную девушку, которая присутствует в этом зале и является специальным гостем нашей вечеринки. Это очаровательная Виктория Портфолио. Давайте ее поприветствуем. Виктория, здравствуйте. Так бывает иногда, что в соцсетях вот человек выглядит как-то так, а в жизни немножко по-другому. Вы шикарны и там, и тут. Спасибо вам большое. Может быть, несколько слов нашим гостям. Приветствие касательно события, по которому мы здесь находимся. В общем, во-первых, огромное спасибо всем, что пришли поддержать Мирославу, потому что ваша поддержка очень сильно важна, вы даже не представляете как. У Мирославы это будет второе ее в жизни такое выступление перед своими зрителями, поэтому, конечно, она очень сильно волнуется, и вот ваше присутствие здесь, ваши вот глаза, наполненные добротой, очень сильно ее вдохновляют. Это во-первых. И во-вторых, конечно же, всех хочу поздравить с Днем Знаний и пожелать вам находить... В этом учебном году время не только для учебы, но и для классного времяпрепровождения, для своего хобби. Так что хорошего нам дня. Ребят, в честь начала учебного года я решила сделать вам подарок. Вот-вот Мирослава выйдет на сцену, и вы все увидите, но перед этим я расскажу вам, какой вы получите подарок. Мы решили выбрать гель для душа Джо Малон, потом скраб Джо Малон и крем для рук тоже Джо Малон. Очень люблю этот бренд, эти ароматы. Выбрала рандомно, как вы видите. И чтобы выиграть этот приз, вам всего лишь нужно написать абсолютно любой комментарий, поставить лайк и быть подписанным. Это все, ребят. Все, больше делать ничего не нужно. Ну что, подарок у меня сегодня вечером в сторис. Виктория Портфолио будет победитель. Так что следите, может, это будете вы. Поехали. Итак, друзья, сегодня замечательный день. День полный сюрпризов и неожиданностей. И буквально несколько минут назад произошел сюрприз, о котором никто совершенно и даже не помышлял и не думал. Просто выйдя на парковку нашего ресторана, мы встретили там замечательного артиста, который появляется на сцене. Вы посмотрите, кто у нас в гостях! Добрый день, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать. Я... только из-за руля пришлось ехать в Питер на машине. Рад быть здесь. Хочу детей поздравить с 1 сентября. Понимаю, для многих день тяжелый, потому что начинается учеба. Родителей хочу поздравить с тем, что теперь у вас будет побольше свободного времени, когда дети будут в школе. Хочу детям пожелать усердия, как и своим. Сегодня проводил своих тоже в первый класс, в школу. Хочу вам пожелать хорошего настроения, хороших отметок, чтобы вы не расстраивались из-за плохих, и делали выводы, учились и добивались всего самого, и радовали своих родителей. В свою очередь хочу на эту сцену пригласить девушку Мирославу.
Привет. Здравствуйте. Хочу пожелать тебе всего самого наилучшего. Уверен, как когда ты станешь постарше, мы вместе что-нибудь споем. Тебе хорошего выступления, всего самого наилучшего. Давай пятюньку. Вам всего самого наилучшего, дорогие друзья. Еще раз, 1 сентября. Учитесь родителям терпения, хорошего настроения. Спасибо большое, друзья. Ушла недалеко, она еще слышит ваши аплодисменты! Мне очень понравилось выступить на сцене, и мне больше всего понравилось, как Баста меня вызвал, сам Баста. Я вообще не верю, я почти все его песни знаю, я его фанатка. Мне очень понравилось выступление, и очень понравилось, что все подпевали. Я очень люблю своих зрителей, и даже если ты смотришь меня, я тебя очень люблю. Мне очень понравилось, что все стали делать половину сердечек, но я не всем поставила сердечки. И я позже поставлю. Okay.
оригиналов получит какой-нибудь небольшой, но очень ценный подарок. Молодец, спасибо большое. Девушка, спасибо. Это вообще поздравляю тебя. А ты тут пробовала кексы? Я тоже хочу взять просто. Спасибо большое. А что там? Там всякая помада. Да, все, что я люблю, спасибо. А быть такой популярным, это такой счастье. Еще один кекс. Да, но это очень сложно, очень. Еще один кекс. Но каждый из вас может стать популярным, если усердно сниматься. Реки в реках ты у меня. Я веду молитву, крутит головой, залетает в кружево. Снимай нас с площадки, а ты и дальше ходишь одинок. Танец под песню «Я ты самая девчонка», в которой я выступала на сцене. Да. Тренер, мы занимались всего 4 часа, ну, один день 2 часа занимались, и второй день 2 часа. Круто. А с кем ты из лайкеров лично знакома? С Никой Туси, Марьяной, Дед Блонди, Равкат, который всех фоткает, ну, и с Викторией Портфолио, Златой Быковой и со мной. Что я хочу предложить? Я хочу предложить осчастливить одного присутствующего здесь человека. Я не знаю пока, кто это, но мы его найдем с вами. Я хочу определить гостя, у которого, внимание, меньше всего подписчиков в социальной сети. Столе. Вероника просила, да? Все заказала, да? Да. А в жизни она милая и ниже меня. Реально? В Шаляпине, в ресторане. Она такого же роста, как и ты, и ниже. Она прям такая миниатюрная, Даша. Да, Дашенька, ее Даша зовут. А, да, это я знаю, что Даша. Она очень милая, она очень добрая. Да? А выглядит такая на видео? Ага. На видео она прям такая. Да, на... Мирослава из «Золотой приветики», вы бы хотели учиться в школе Барби? Я бы хотела. А ты? Я бы мечтала, потому что там, мне кажется, все розовенькое будет. Мы готовы ходить только в розовой одежде, писать только в розовых тетрадях и есть только розовую еду. Я бы с удовольствием это делала. А ты? Я вот как есть розовый, ну я бы все с удовольствием, кроме еды, потому что розовый. Потому что там бывают сладости, а я сладости и торты не ненавижу. Ну хорошо, ну что, ребята, берем девочек в школу Барби. Напишите в комментариях. Очень понравилось выступление Мирославы из-за того, что оно такое классное. И все так энергично подпевали. Мне запомнилось, как моя сестра пела. У нее такой шикарный голос, но иногда бывает, он достает меня. Мне больше всего понравилось. Ну, честно говоря, я еще не пробовала еду. Я хочу сейчас попробовать, и это будет, скорее всего, самым классным. Мяча!
Я та самая девчонка, что читает книжки, а любви не знает, не гуляет с ней мальчишки. Самая девчонка, и не мама мне обещала, что я больше не влюблю.